Черная пятница продолжается. Цены ниже заводских в сети ювелирных салонов «Аметист». Не веришь? Проверь. В платежках снова появились долги за коммуналку. Почему? Выясним это у руководства ЕРЦ и успокоим людей. Это что, людей мучают так, а? Бывает, ошибались. Но уж на такую сумму сейчас это невозможно. Чистая вода в каждый дом. В следующем году запустят еще 4 станции обезжелезивания. По местной программе мы планируем построить станцию обезжелезивания на улице Слободской и Выголе. В споре рождается истина. Последнее профиспытание для финалиста конкурса «Педагог года». Было очень волнительно, но в результате получилось все здорово и достаточно приятно даже. Женский волейбол возрождается. Впервые за 25 лет в плену прошло первенство среди любителей. Хотелось возродить женский волейбол, потому что столько лет не было у нас женского волейбола. А вот это вот начало.